Дорогие мои, мой 11 Б, родители, вот вы и дописали сочинение вашего детства, времени счастливых открытий, веселых забот, времени, с которым связаны первые друзья, первая любовь и первое расставание, расставание с лицеем. Входите в жизнь смело, вам говорят про тысячи дорог, и это правда. Ничего не бойтесь. Будьте благодарны людям, которые дали вам знания, это ваши учителя. И никогда не забывайте про ваших родителей, людям, которые подарили вам жизнь. И тогда счастье само найдет вас, и все мечтания, которых вы, все о том, что вы мечтали, обязательно сбудется. И расставаясь, я хочу вам прочитать стихотворение. В нем те чувства и переживания, которые сегодня переживаю я и ваши родители, которые тоже находятся в этом зале. Вот они, ненаглядные чада, мальчики наши и наши девчата, деточки наши, кровиночки наши. Нет их дороже, ближе и краше, сколько бессонных ночей одиночков отдано для дочерей и сыночков, сколько нелегких и долгих годов прожито для дочерей и сынов. Первый зубочек и первое слово, первый шажок и все первое снова. Книги, стихи, детский сад, первый класс, радость успехов и слезы и не раз. Ваши болезни и ваши морщинки, ваша усталость и ваши сединки. Все это дали вам ваши дети, так уж даются любимые эти. Брать на себя и беду, и печали, все эти годы вы не уставали. Как же вам больно теперь их отдать, как же вам хочется их удержать. Выросшим птицам назначен полет, каждый дорогу свою изберет. Но через год, всю жизнь, до конца, будет он помнить мать и отца.